помните, говорила, хотела я в синий цвет покрасить свой коридор. Вот купила такую краску, как, знаете, граффити рисуют. Вот такого синего цвета. Сейчас попробую в уголке коридора побрызгать. Говорят, вот этой вот, вот этого тюбика хватает на 2 квадратных метра. Посмотрю, что получится. Если все окей, буду еще покупать и докрашу всю стену в коридоре. Тут еще стоят коробки с люстрами, которые надо повесить в скором будущем. Ну и вот тут вот вдоль коридора у меня будут комодики. Пока вот все стоят вещи, которые складывать в эти комодики. Еще есть красная полка, но мы ее в зал. Там у нас все красно-белое такое, красно-бело-серое. Ну а пока попробуем покрасить. Забью так краску. Взбила. Туалетную бумагу положила, чтобы ничего тут не это. И попробуем вот прям в уголочке так посмотрим. Ой! Прикольно. Ой, нет, туалетная бумага. Ну, кстати, не пачкает. А что, неплохо получается. А, я поняла, она красит. Если издалека, если впритык. Сейчас посмотрим. Накрасила, короче говоря. Пошла за White Spirit'ом. Ну а что, цвет ничего так получится. Ну вот, покрасила один угол этой краской. Достаточно интересно она красится. Единственное, что полы немножко загрязнило, надо их будет закрыть какой-нибудь пленкой, скотчем, наверное. Ну а это все White Spirit'ом ототру, пока она не застыла. Но краска быстро сохнет, кстати. Единственное, что она очень сильно пахнет. Ну посмотрим, как будет дальше. И, в принципе, более-менее ровно так ложится. Мне уже начинает нравиться красить. Так интересно. Смотрите, как прям как граффити рисую. Старые обои спокойно кое-где подмазать, если какие-то пятнышки проступают. Отличное решение для вашего дома. Здоровско. Значит, куплю еще такую краску и покрашу вот всю вот эту стену. Ой, заляпалась, пошла руки мыть. Заканчивается. Нет, на 1 квадратный метр, наверное, хватит ее. Все. Все, на что хватило. 1 квадратный метр, 163 рубля. Все. Вот такая вот краска. Прикольно. Ладно, будем думать. Так, и что дальше? Ничего так, если вся стена будет полностью синяя, а не такая вот желтая. И здесь повешу белое зеркало, белые комодики поставлю. Все будет классно. Пока как на базаре живу. С кучей вещей, которые должна идти в комодики. Нормал, короче. Единственное, что она очень пахучая, эта краска. И хочется побежать на балкон и подышать свежим воздухом. Фух. Тут у меня уже джунгли такие растут. Вон помидорище какая вымахала. Огромная. Так, подышу. А то отравлюсь еще, не дай бог, этой краской. В общем, маме не понравилась краска, которую я побрызгала. Вот это вот, которой я брызгала свой коридор.
И подруга посоветовала купить краску с колеровкой. Мы нашли цвет, который нам нужен в Леруа Мерлен, и купили. Не знаю, что получится, попробую покрасить. Тут вон все написано, надо еще разбираться. Краска эмаль для дерева, акриловая, полуглянцевая. Странно. Ну ладно, попробуем. Как говорится, чем бы тетя не тешилась. Купила еще потолок, чтобы не замазать скотч монтажный, кисточку для мелких. Такой вот валик. Не знаю, как получится. У брата в доме я красила стены белым, правда, цветом. Синим нам сказали, придется несколько раз красить и очень прокрашивать хорошо. Ну, посмотрим. Так сильно профессионально мне не надо. А самой интересно этим заниматься. Почему бы нет?